Так, отписал Варди, прошу его заинвайтить. Сейчас переименую стрим. Так, я не знаю, кто есть Хилл или Клинтон, и кто за команду Стрэнджа, а кто нет. Но будем надеяться, что он будет играть сейчас. Вот. Hello everyone in the chat as well. Christmas tree, he's Wardy. What's up, Azillas? How you doing? Indeed, the tree is here. Oh my god, Wardy, you're cute as heck. Well, thank you, VSL. What was that song? Which one? In the break that we just played? What did we just have? We just had something just as it ended. Just as it ended, it was Drink Dance Play by Young Kato. Before that, it was Wildfire by Soundtrack. Так, что по времени у нас, давайте глянем. 21:10 сейчас. Так, все везде переименовываю. Так, не, ну 4 на 4 фан, но клан Варчик покруче на самом деле, как бы, там Стрэндж скорее всего будет играть. Я правда не знаю, кто есть кто здесь, вот. Хилл или Клинтон, это из Стрэнджа команды. Коронакас говорит, 3 человека, там вообще немерено народа. Ну какие-то все не сильные явно игроки. Тру есть, пили-пили, пингвин. Не знаю, Радзин, насколько Трамп. Вот. Ну, сейчас из игры скоро будет, все, не волнуйтесь, стрим. Так, ну что же, ребят, всех приветствую. Продолжаем смотреть клан Варчик. Точнее, продолжаем смотреть StarCraft. Только что 4 на 4 играли, сейчас клан Варчик я стримлю. Почему пошел? Тут Стрэнджа команда будет играть. Будем надеяться, увидим ее. Сейчас я посмотрю, кстати, составы других команд. Так, Тиман, Аксеншн, Про и Революшн. Что за команды такие вообще? The Revolution. Firekick, Revolution. Ну есть тут Hero. Что за Hero? Liquid Hero это? Liquid Hero в этом Revolution. Его прикол.
Так. Team Ascension, что это? Американцы какие-то. Нет, следующий клан вар там какой-то мертвый будет клан вар, поэтому я, наверное, тормозну на этом. Little bits and pieces of information, some extra zealots walking in right now, another immortal is popping out of this rope facility as well. Charger Freight coming on down from our Protoss players. Charge coming on in. It's about what, 60%, 70% of the way done, so I'll finish up shortly. I mean, it's an aggressive attack from Jehef, though. You know, he's coming in here right now towards the third base, and well, I mean, a couple of zealots are getting walked in as well, so there's no charge yet, so. Так, ну тут опасный такой куш со стороны тирана идет. Сможет ли Радзун этот отбиться, я хз. Но танчик один фокуснул, второй фокуснул. Медивак может фокуснуть. Но пока не сфокусил. Сейчас я буду контролить, чтобы Варди меня в игру позвал. Надеюсь, что он успеет. Jehefe will just wait until he has stimming combat shields, I imagine, before he attacks into this once more. Single adept down to the third base, and that's going to be the challenge to delay this here. Obviously, a late third base on the way up due to the fact that we saw the. Так, ну тут адепт от Радзуна пришел. Кстати, не так уж хорошо у этого Хиллари Клинтона. Ну, у Хиллари Клинтона дела что-то не очень. Пока нормально, боевой лимит более-менее приемлемый. Так, тут размен попёр, смотрите. Протс к тирану, тиран к протсу. Протс что-то тупо лезет, туда-сюда ходит. Сейчас за это проиграет, он просто делается шторм. Чё, зелки вперед пошли. Зафидбэчил пару медиваков, но тут слишком много что-то био и... На ровном месте Протс проигрывает игру по итогу. Ну, еще не проиграл пока, но это уже провал, я вам честно скажу. Еще и Либератора здесь затанковал. Ууу, нет, печаль полная. Агрессивный блинк вперед, это ГГНчик для Протса абсолютный просто. Смотрите, как все плохо у него сразу стало резко. Сейчас проверю, игра не кончилась ли. Не, пока не кончилась. Ну тут у тирана все очень просто, все очень плохо. My favorite going into this, put it that way. He was my favorite going into this. We're going to be seeing he
Так, ну, кстати, восстановил Радзун тут. Нексус свой, тут уже ЕМП, ё-моё, куда? Кстати, Шторм. Кстати, Шторм у Протуса есть, что самое интересное. А со Штормом-то можно уже и подрешать попытаться даже. Только нету призму, единственное, для Даварпа. Ну, сейчас со Штормом можно зарешать. Так, Гост Академию Протус выпиливает с этими на мейне зелками. Так, Тиран пришел отбиваться. Ну, там зелки покрошили нормально. Лучше бы Гост Академию допилил бы сейчас Протус, я честно вам скажу. 22-31, ситуация по лимиту уже меняется. Зилки просто гастов разбирает, две штучки. Еще один шторм пошел, там рипера задевает, био задевает. Нужно отступить на центре, смотрите, третий СЦХ, ее можно просто убить сейчас спокойно. Что и делает, собственно говоря, Радзун. Че штормы пошли? Хорошие, хорошо заливает. Хорошо, Радзун тут залил. Еще шторм попер. Так, 180-21. Тирана все равно больше на сказывается преимущество предыдущее просто. Ой, еще один шторм. Жесткий шторм прошел. 4 архона. Все, уже лимита больше у Радзуна. Тут он идет добивать, по-моему. Если шторм еще или нет, я хз. Ну, плюс 2 есть у Протса. Это 100%. Так, 5-4 мячков, да, вар пойдет. Еще ж так залагало-то, блин. Твич что-то начал тупить. Так, неплохие минки идут. Ух, хорошая МП. Прям по всем штурмовичкам. Раз значительно лучше Тиран дерется. Так, еще один там штурмовичок есть. ЕМП по архонам хорошая захотится. ЦЦ-шку Радзун зафокусил сейчас. А здесь четвертую ему убивают в это время дропом. Ну что такое-то? Нужно ли просто бегом бежать вот отсюда, так как он бежит сейчас, я даже не знаю. Шторм, хорошо тут шторм так палил. Нексус четвертый упадет, это факт. На пробок бы увести, пробок не отводит, что-то просто. 147, шишечка, это не игра, а бред какой-то, блин. То один в плюсе, то другой. Как бы вроде друг друга убивают, но... То Тиран перевернет, то Протус обратно. Так, 114-144, опять начинать на центре просто снег сустает. Фидбэк на гаста прошел, но только на одного гаста прошел фидбэк сейчас. Дестабилизатор мимо кассы сейчас стреляет. Пошел замес далее. Шторм еще один падает. Ой, ЕМП по всем штурмовикам прошло. Надо архончиков сливать пытаться, архончиков не сливает. И все-таки, кажется, Тиран здесь зарешает. Или еще нет? Не, еще и здесь Тиран даже не зарешает. Что творится в этой игре за дичь вообще? Так, гаста отфокусил там. Нексус, черт, доделается. Я боюсь, что Гварди не заметит меня, не позовет. Просто вот что я боюсь. Но там еще игра идет. Поэтому лучше перепроверить. Let's
gathering up together. Zealots, High Templar, and Stalkers all here on this war phase. As we've seen the Greens and Marauders up towards the north, and well, looping around a little bit to try and keep on moving forwards here. There goes that Zealot. These Archons, Captain EMP thrown onto them as well. Another storm coming down, and still these units from Gavin. Let's see what else we can do. So, we see lots of regular DCV right now. They're going towards the main base with this warp, because what a crazy first game of this best of 7 all kill. We're going to be seeing our crossplay attacking forwards again. Ghost don't have EMPs just yet, and the storm's available. And he starts to split away. He wants to try and get that Archon, which just has no shields left. Which means he's basically dead. Still, Jehefe maintaining an army supply advantage in this game. He's up by 20 to 30. Big load up into the medevac. He's just going to boost in towards the main. Так, опять зилки пытались выпилить ГОСТ Академию, блин, и опять не допилил. Но ее Протсу надо тирану чинить придется сейчас. Здесь со штормом Протсу опять врывается в центр. ГОСТов вообще нет. И, кстати, это для тирана это катастрофа вообще. Это просто катастрофа для тиранов. Для тирана. И здесь есть дестабилизаторы, есть и архуны, всего здесь дофига. Аптеры залетают, надо выбелить минки, либо идти вниз сейчас, атаковать там третью базу получается. Здесь рабочие тупят просто на третьей, ничего не делают. Посмотрите, как инкам в игре, то у одного больше был, то у другого. КСМ-ки просто на муви идут, 30 пришли вообще никуда. И, кстати, Стрэндж сейчас будет... Ой, как больно бьет. Ой, как больно бьют дестабилизаторы. Кажется, сейчас Стрэнджа мы увидим за игрой. Так, ну тут прот все пробревает. Офигеть, просто вытащил все-таки эту игру. Причем плюс 3 тут грейды. Тут все, минус тиран. Варди в группу меня инвайтит, отлично. Ну, 10 кгнчик, смотрите, тирану-то. Это GG, говорит Варди. Да мы, собственно говоря, и сами видим, что это GG, пацаны. Что за Калиб, ё-моё? Ставьте Стрэнджа, а не этих бичей, блин. Кто такой Калиб вообще? Хотя я помню такого игрока. Как долго могу стримить, сколько нужно, столько я и стримлю. Сколько ж ты кофе, глушь или что-то другое, дай совет. Даю совет. Начинай головой думать, как бы, а не другими частями тела. И прекращай всякую ахинею в чатик нести. Какое кофе, какое другое.
Ну что, ждем начала. Кто такой Калеб Ракоус? Я хз. Какой-то Ракоус, по ходу дела. Но я надеюсь, что если это Калеб проиграет, дальше Стрэндж выйдет. Я думаю, что можем мы вполне его увидеть здесь. Ну что, ребят, Калеб Ракоус у нас бьется, бой 7, клан Вар, Радзун повел. Фишторм Гейминг против Red Blues, команда Red Blues. Это Радзун, там у него старая команда в теге, поэтому ее тем более уберу. Ну и карта Вихрь, гигантская карта у нас, Протс находит, где же живет Зерк. Зерк ставит хату первую, вот сейчас Протс это видит, заходит наверх. Игра приостановлена. Так, пеликана 3 семерки. Где лучше меня смотреть, на ГГ или Твиче, или это уже не важно? Слушай, смотри, где удобно. Просто, ну, если есть возможность, открывай ГГ. Особенно без отблока, там с рекламой что-то пойдет, как бы, да, ну. Так-то ГГ основной канал, конечно, лучше здесь смотреть. Игра возобновлена. Так, ну тут 19-21 по рабам. Ситуация пока... Здесь эта игра только начинается, тем более на такой карте, тем более на кросс-респах. Я даже, ну, хз, когда там у них битва будет начинаться. Вот. Так, твайлайтик пошел здесь. Здесь у нас лейер очень ранний. Ну, такой лейер, это какой-то сверхагрессивный лейер. Я думаю, что, скорее всего, это какой-то нидус здесь планируется. Навряд ли муталисков, навряд ли шпиль с процом будет. О чем диван взял? 26 тысяч. Он стоил рублей и стоит сейчас в Икее.
Как называется? Не помню, у меня здесь есть, кстати. Так, Freehead-то он называется. Вот. Есть видео сборки. Если купишь, можешь гайд посмотреть на ютубе. Я там собирал его на стриме. Правда, в первом видео я ключ шестигранник потерял. Вот. Ну, за второй день там быстро собрал. Ну, я вот уже так на опыте немножечко. А так где-то час его собирать, наверное. Так, с таким уровнем сборки, как у я. Кто-то, наверное, за минут 20-15 справится. Джейсона какие-нибудь. Так, ну что, Глеф и Призма. А, Гидроден здесь. Гидроден это интересно, но Гидра-то больше не с семью рейнджами. Интересно. О, Люркер, да, нафига тут стратегии ж элегантные пошли просто какие-то. А адепты-то не убьют раньше, чем этот Люркер Дэн доделается. Заходит адептончик на мейн. И Люркер Дэн просто не видит сейчас. А вот теперь видит, смотрите. Люркер Дэн запалил. Призма где? Призма есть. Что-то она висит. Что она висит-то? Сразу Шроба Вейпрот ставит. Нужно ли при таком раскладе доделывать... Нидус с Люрой. Олдскульные билды какие-то подъехали. Реально. Я помню, Нидуса делали со сварм-хостами в ходсе. То есть сюда делали и просто пушили. С Люрой тоже может прокатить, как мне кажется. Но надо дестабилизаторов обязательно просто сейчас делать, успевать. Сколько гейтов у просто? Три есть. Ну, три это хоть что-то. Робобэй готов сейчас. Так, сейчас будет у нас... Уже этот дестабилизатор строится, а этот приходит, видит гидру. Как же просто, как же разумно фокусил здесь, это ждичь какая-то просто. Миллиард королев, миллиард, все, дестабилизатор номер один. Пошел Куанидус на мейн, интересно будет делаться или нет, мне вот этот момент очень сильно интересует. Так, Фаржа пошла. А не, на третий он Нидус. Четыре люркера морфится сейчас. Я думаю, для Протса это изи, просто оборона, как бы он отобьется и все. Неплохо прилетело по Люре, но трансфьюзов много у Зерга, то есть он пока живет. Все в порядке, Люра показывает дорогу. Ой, сколько много трансфьюзов. Да не лезь ты туда, стой ты дестабилизаторами пуляй просто. Че лезть-то туда, не пойму. Как срочно нужно зергу. Оп, дестабилизатор отрубилась. На одном пилоне все просто называется. Так, неплохо прилетело. На сервер есть. Призму убивает. Так, два люркера вперед поперлись. Люркера 2 минус. Сейчас выйдет еще один дестабилизатор. На Unmother Core восстанавливаю. Сейчас еще один выйдет. Надо стрелять сразу. Стреляй, Билли. Заряжай. Только один патрон долетел. Обсервера нету. Идет разум. Короче, разваливается в мясо. 94. Неужели таким бомжовством просто сейчас развалит разума вот этот чел просто? Я буду очень сильно удивлен. Развалят дестабилизаторы все минус. Хотя тут гитов 5 штук пока. Но добычи-то все нет. Тут парабам печаль по всем параметрам. Здесь печаль. Хоть ты зилки, хоть бы адепт, я не знаю, подстроил. И зилки, зачем зилки? Такой тюш его убил, реально смотрю и поражаю. Значит, будет кто-то еще биться. Хотя еще пока разум не проиграл, но... Одна отдавал дестабилизаторов, на самом деле. То есть, по
Фотонок не подпилил вовремя, дал зайти. То есть и на одном пилоне Роба висела. Если бы достроил бы второго дестабилизатора сразу, как он строил сразу, ну, 100% победа была бы. Но второго дестабилизатора не достроил сразу. Даже сейчас еще можно выиграть, но главное хладнокровие не терять сейчас. Почему? Потому что нужно именно уйти на ХГ и с помощью дестабилизаторов попытаться что-то сделать. Ну так, обсервер, нахрен тебе обсервер, дестабилизатор первый и все, пошел. Призма, кстати, был... Призма вернулась на F2, раз он призму назад привел, и она погибла. Теряя здесь адепт, вместо того, чтобы уйти на ХГ спокойно, что-то потерял их много очень. Блин, больно Люра здесь делать, реально больно. Дестабилизатор не готов. Заходит на пофиг просто зерк. Уже бой принимает просто, зачем? Ну тут надо принимать, слишком близко уже к мейну просто пришла Люра. Поднимается на ХГ. Кончаются минералы на мейне. Стабилизатор еще не готов. Трансфьюзится Люра. ГГ пишет разум. Смотрите, как прямо Кали Паракус этот. Таким бредом втащил. Ну что, ждем следующего игрока. Ну тут такие играют, что я думаю, Стрэндж все-таки выйдет сегодня, скорее всего, побиться. Хотя не факт.
Так, Соулир. Ну, помню такого игрока, ребята, 1-1. Суп Стрэндж вышел, нужно, чтобы Соулир этот разваливал. Так, Twitch идет, GG Player что-то. Тогда лучше не обновляйтесь. Так, ну что, Соулир приходит, и Калиба этого начинает лингами напрягать. Очень жестко, кстати, напрягает. Уходит сейчас, пытается уйти лингами. Хорошую позицию занимает там за газом, пытается подраться. Но тут Калиб, смотрю, что-то этот нормально все делает. И кто вообще? Что это за зэк-то такой? Ну, уже у синего просто больше, смотрите, больше рабов. Че он бегает? Надо уйти уже. Уходит в итоге. Нахрен на королеву влезать сейчас, не понимаю. А, ну он типа от овера, наверное, внимание отвлек. Еще какой-то бред сделал. Барабан в плюсе в любом случае нормально разменялся. Так, все, запустился стрим. Ледоколыч говорит, что известно все. Ну все, отлично, все, запустился, теперь пошел. Ну что, прибегают от красного линги здесь этого Калеба. Ледоколыч все знает, в общем, короче. Так, у Соулира 7 роучи делается, 8 роучи делать. Здесь тоже роуч ворон есть, удар Калеба, у него чуть больше рабочих, у него лейер уже готов, у него делается плюс 1. Ну, кстати, если здесь вот этот пуш пойдет с роучами, а это Рева Джералинге будет пуш, 3 газа добывается, может сильно, получить может сильно на самом деле сейчас красный зерк. Вот, но если он проиграет, то скорее всего Стрэндж выйдет, я так понимаю. Гейте, сейчас один... А, 2-1, кстати. 2-1 же, погодите, да? Вот так вот у нас ситуация сейчас. По-моему, 2-1. Или нет?
А, нет, 2-1-1, простите, там же взял предыдущую игру. Все понял я теперь. Теперь все правильно. Так, 26-43 по лимиту, 10 слингов дотекания. Идет вперед у нас Суэлир. И сейчас Соулир. И сейчас будет Реведжеры морфиться наверняка. Нужно побольше желательно подморфить, чтобы фаерболов побольше было. Чуть-чуть вообще Реведжер, а нахрен 400 газа тогда было вообще делать. Заходит внутрь базы. Так, Роуч реально много, Реведжеров нет. Но ошибка, считаю, что Реведжеров не стал делать. Выходит из-под удара лингов. Надо хотя бы в момент замеса сейчас делать Реведжеров пытаться. Так, 81-76. Линги все дотекает до 5. Сейчас плюс один будет готов к рейте. Линги уже не будет такой роли значительно играть. Все, пошел замес. 460 газа. Нахрен ты 3 газа добывал? Вот у меня вопрос просто возникает сразу же. Если Реведжеров вообще ни одного не делает. Так, плюс один готово. Линги не бесполезно, но линги сейчас меньшее значение приобретают. И смотрите, сейчас отобьется просто красный зерк, может отбиться сейчас просто-напросто. Хотя нет, что-то все равно плохо у него. Чуть-чуть не хватило на самом деле. ГГВП. Ждем Стрэнджа. Я хочу, что Стрэндж. Ну, может, еще и не Стрэндж будет. ХЗ, кто там выйдет. Так, окошко надо открыть, что-то душновато стало. Секундочку, ребят. Отлично, ребят, Стрэндж следующий, короче, я пока быстренько перекушу и ждем Стрэнджика.
Так, спасибо, Носферату, за приятного аппетита. Все, я в игре. Стрэндж бьется с Сойлиром, с оппонентом своим. 2-1 счет в пользу команды. Нет, Стрэнджа получается. Вот, ну и мы продолжаем смотреть, короче, все это дело. Стрэндж победит, он и дальше будет играть. Вот в чем плюс здесь безусловный. Не думаю, что оппонента можно прям сильным очень назвать Стрэнджа Суэлира, так что должен он тащить, по идее. Так, ну и робо пошло. Значит, наверное, будет Даркшайн добавлен у Стрэнджа. Либо это билд какой-то с призмой на варпа на мейн. Вот. Как вариант. Надо пару лингов подрежет. Иллюзия посылается вперед. Пару-тройку даже лингов подрежет Стрэндж. И еще и дрончика. Так, уходит адепт. Стрэндж разведывает мейн. Здесь дроны выезжают. Куда они выезжают? Еще минус дрон. Но этот адепт сверху купился просто. Три дрона и три линга он подрезал. Ребят, ну это ж перебор. Еще и овера Стрэндж сбил в этой игре. Короче, потери уже 325. Но на 125 это адепт был. Я вижу 6 роучей ему флингом. 7 роучей. Какой-то улын пошел, по-моему, не? Тут дарками можно убить, просто прилететь. Так, овер залетает, Стрэндж проверяет. Вот он овера находит. Адепт вышел, как раз прикрыл. Нет, 2-1 не было в прошлой игре, на самом деле счет 1-0. Летит Стрэндж, видит просто роучи, идущих к нему, реведжеров. Просто сейчас надо домой варпануть, просто пару дарков и все. Стрэндж 4 на призму варпит. Да что ты будешь делать, а? В чем билд-то без мазеркоровой? Такой бред сейчас Стрэндж делает. Неужели непонятно, что здесь какой-то говноулын идет? Было. Еще и на третью всеми главное заходит сейчас Стрэндж. Вообще бред полный, блин, делает. Скоро гейпипы за КДш, сомнитесь. Так, два дарка здесь, два на второй врывается. Нужен срочный варп дарков. Стрэндж варпит одного на мейн, одного на второй варпануть. Сейчас спорку уже доделает Стрэндж. Руби спорку, что ж ты творишь-то, ё-моё. Дарки ушли. Здесь стоят чуть на мейне. Блин, Стрэндж такую игру просто проигрывает сейчас. Это что за тупость вообще происходит? Какой же бред, а?
Какой же бред Стрэндж сейчас сделал, блин, а? Просто дичь какая-то. 8 пробок остается, просто взять и проиграть такому конченному просто. Вообще конченному просто. Это же жесть, очень просто, ребят. Как Стрэндж... А, нет, хата падает, хотя не, еще не проиграл. Еще тут мейн сейчас упадет, так что можно биться, еще пытаться. Но одна пробка, ребят, а там 22 дрона, я не знаю, как здесь вытягивать. Пробок и нужно уводить сейчас. Пробок хорошо, Стрэндж уводит. Ну и все, надо боевого лимита сейчас Стрэнджу слить, просто архонов и все. И убить этого. Да не, нормально все, Стрэнджа еще здесь все будет окей. Так, сливая два архона Стрэндж. Здесь бегут вперед линги, дарки на патруле здесь, как бы, и нужно просто выпиливать. Архонами, конечно, харас начинать здесь на второй базе, и все. Тут миллион оверов висит, тут просто дохрена что подрезать есть. Еще 4 овера висит, смотрите. Ну, пробок не надо было на второй держать, единственное. Все, supply блок сейчас будет. Здесь дарки на мейне. Еще зелок варпится просто. Дарклами Стрэндж выпиливает просто как надо сейчас. Все. Как и надо, собственно говоря, выпиливать, я имею в виду. Стрэндж контроль архонов. Стрэнджу надо взять всех дарков, да убить его уже наконец-таки. Чё-то Стрэндж медлит, просто не убивает, странно. Ну, сейчас он по пробкам вперед выйдет уже на самом деле, и все будет нормально. Две королевы. Все, призму никто не может теперь харасить, это круто. Трогать, в смысле. Там гидроден какой-то смешной пошел. Ну все, Стрэндж берет всех дарков вперед, выводит сюда. Сейчас просто 4 архона будет у Стрэнджа, и надо убивать будет. Здесь еще одного дарка наварпил. С призмой 4 архона, с контролем это будет хорошо. Выдает демеджа по чуть-чуть. Роучим сейчас на орехи. Плюс еще 2 архончика. 4 гидрала заказано здесь. Ну, они ничего не сделают на самом деле. Надо идти вперед, как можно быстрее. Архоны из дарков разве не невидимые? А если штурмовиков в том, что кидают? Так, ну два архона Стрэндж лил, ну 3 дрона убил. Парабам уже в плюсе здесь фактически Стрэндж. Нужно просто добить его наконец-таки. 4 гейта есть, все работает. Потери в этой игре не в пользу Зерга, соответственно. Так, Твайлайт надо поставить. Ой, этот кибернеточку, да, восстановить. С гидрой какой-то Зерг вперед поперся. К вам поперся. Здесь оверсир морфится. Кстати, кстати. Идет Зерг вперед. Стрэнджу надо. Сейчас он заметит. Главное не слить на муви призму. Смотрите. Видит Стрэндж! Аккуратнее, архона контроль, Стрэнджик. Здесь надо готовиться к врыву к этому. 3 гейта всего у Стрэнджа, и нужно просто отбиться. Здесь 2 Нексуса, собственно, взять все вниз. Спокойно призмой вернуться. Доварпить еще что-нибудь центрей каких-нибудь. Что-нибудь там доварпить. Хотя бы. Так, кибернетчика есть, центрей, да, Стрэндж. А, у него не было кибернетки, вот в чем прикол. Надо взять все вниз сейчас, там... Так, выпиливает прирост Стрэндж просто. Кстати, опасно здесь достаточно для Стрэнджа. Оп, здесь великолепный филд пошел. Вилками выпили. Так, да, арка покуснул просто. Ой, Зерг, простите. Еще 2 филда хороших. Давайте Стрэндж еще проиграет эту игру. Бред же будет тогда.
Нет, три сталкера варп, не проиграя Стрэнджу здесь ничего. Два гидра лискан здесь, не стелсу, сколько удобно. Мазеркор надо прикрыть от гидры, ё-моё. Так, три пробки здесь. Не, ну тут все, конечно. Стрэндж просто развиться надо. Заставил фанерничать Стрэндж. Сейчас, но все-таки вытащил по итогу, молодец. 31 пробка. Ну, здесь все понятно уже в этой игре, что Стрэндж побеждает. Какие-то люркер Дэн не сдается. Зерк упорный такой он прямо. Они потери, всех пробок Стрэндж потерял. А всего-то надо было варпануть одного хотя бы дарка тогда на оборону, когда Зерк прибегал. А лучше два туда, два сюда. Но Стрэндж ведь не знал, что этот мертвец даже без лейера делает пушку. У Архона, смотрите, сколько юнитов убито. Ветеранище, просто ветеранище. 47. А, вы не видите. Сейчас я вам покажу даже. Оп. Вот так вот. Здесь три зелкодарка, опять же, от Стрэнджа летят. Можно и нужно. Так, робо Стрэндж делает, понимает, что может только там чем-то невидимым убить его оппонента. Здесь на мэне даже нет ничего. На третьей тоже ничего нет нигде. То есть тут однобазовый бред, короче, происходит. Блинк пошел у Стрэнджа. Надо опс запилить, да, сейчас и все. Так, робо Бэй пошел. Стрэндж понимает, что это однобазовая тема. Три архона здесь добавляются. Ой, три люркера делаются. Ну, это уже... Ну, короче, не выиграет здесь стопудово уже. Свой лир Стрэндж должен забревать его. Обязан просто. Тут как бы обсервер успевает выйти ровно, когда нужно. 4 секунды до апса. Видит Стрэндж, что здесь люра. И все, идти убить просто. Да не париться. Стрэндж не хочет просто на клике-то выбить все это, не понимаю. Дестабилизаторы, что-то монстрит, Стрэндж. Ну, а страшно, он же не знает, сколько там еще юнитов есть у Зерга. Ушел кот наверх, че, куда Стрэндж пошел-то, я не понимаю. Че он творит-то, куда он ушел-то, блин? Че делает Стрэндж, вообще три люркера крестом, Стрэндж свалил, вообще наверх ушел, отдал снизу все. Че за бред он делает, объясните мне, пожалуйста. Обсервер всего один, просто на оклике пойди, убей, все. Вот, прилетает Стрэндж на базу к Зергу, наконец-таки Дарк тут дропается, зелки дропаются вместе с Дарком, Дарка надо за контроль, Дарка убивает, ё-моё. А Дарк это тут важный юнит был. Давай, Стрэндж, еще слей игру, там ресурсов-то больше у оппонента твоего. Чё за приколы Стрэндж творит вообще? Стрэндж просто играет как с реально как бы сильным игроком, а здесь мертвый, просто мертвый вообще. Зерк, который, ну, из-за халявит и в итоге вот решает. Ну, там дестабилизаторы строятся. Ну, Лола не играл, вообще просто смех. Да и только, как говорится. Так, первый дестабилизончик готов. Еще один строится, пилон надо восстановить. Надо быстрее Стрэнджу начинать люру-то выбивать. Че он тянет, я не понимаю. Так, зелками здесь под контроль. Еще плетка, два гидрала. Все, дестабилизаторами пора залп делать. Один попал, второй нет. Все, Зерк уходит. Надо спускаться вниз. Стрэндж что-то стоит. Че он стоит-то? Все, ушел. Спускайся, Стрэндж, переводи рабочих просто. Ну что, призма улетела, Стрэнджу выход надо делать, уже добивать. Стрэндж что-то тянет вообще. Че он тянет сейчас, я вообще не понимаю.
Гидрала тут наступление подрезал. Все, у Зерга тоже ресы кончаются уже. Надо выходить, добивать. Ты сомневаешься, Кобрич, 5 сталкеров Арконт на клике убьют 3 люркера? Не сомневайся, Кобрич. Там и 2 сталкеров Аркона достаточно для этого. Ну, если лингов, правда, нет. Но линги там были, поэтому 5 с Арконом нормально. Выходит вниз. Зерк. Что, гидролюра? Давайте еще сейчас гидролюрой развалим, да? Так, люркера достал одного, Стрэндж. Ну там еще пару есть. Нексус заказывает, Зерк идет вперед. Здесь КДНчик делается. Ну и что боится? Сегодня Стрэндж какой-то, я не понимаю, он там чего вообще делает-то? Его гонят 7 гидралисков, он бежит панически. Что он делает? Что сегодня Стрэндж делает? Мне кто-нибудь может объяснить вообще? Куда он бежит вот так вот в панике? Ну он видит, что просто базы нет. Конечно, он хочет понадежнее типа сыграть, но... Смысл здесь играть? Опять молоко зал. Короче, сейчас еще дестабилизатор давайте. Одного отдадим плюсом. Так, обсервера не может зерк выфокусить. А это очень важный момент был. Можно было бы выфокусив апса. Опять Стрэндж не попадает никуда дестабилизатором. Второй кдшится пока. Зерк заходит. Еще раз далее. Так, так, так. Залп-то будет. Будет залп. По люре прошел. Один падает. Один остается. Ну, там на красном хп, соответственно, поэтому, ну... ТриГ пишет Зерк. Прикольная игра получилась, конечно, но смешная. Ну что, Стрэндж дальше будет биться. С кем я хз, там он будет биться сейчас. Ну, с кем-то будет явно. Ну что, 2-2.
Так, захожу в игру. Что-то там Варди создал. Инзейн, кстати, тиран. Да я его сам обыгрывал. Но он неплохой такой. Ну что, ребят, 2-2 получается у нас Инзейн против Стрэнджа, эхо. У нас карта следующая, погнали. Газет Стрэндж. Все стандартно, короче. Гейт, газ, никс, кибернетичка. Второй газ начинает добывать. Сейчас Мазеркор, адепт. Потом варп будет заказан. Или нет, сначала даже варпа Стрэндж делает. И потом адептика. Ну, там не Рипер, там билд. Или... А, нет, Рипер, да. Тут Рипер реактор факта будет. Да, будет факта. Ну, Рипер прокси проверял, поэтому вперед сразу не полетел. Так, на мейн тут Рипер будет запрыгивать, не? Не пролетел он Зейн по контролю. А, он видел пилон, конечно, он не будет сюда запрыгивать, он не дурак.
Ну что, Риппер здесь есть, адептик иллюзию запускает. Надо встречать, стоять здесь, все нормально будет. Пупивший. Спасибо за предложение. Ну, шахматы меня не интересуют. Ну что, Мазеркор висит. Рипера минусу. Марики танк. Медивак сейчас будет, кстати говоря, от Инзейна небольшой подпуш на Стрэнджа. Как бы. Ну, Стрэндж ГТ открыл. Сейчас сталкеры первые уже варпаться. Че пробкой-то не пильнет? О, пильнул пробкой Стрэндж. Да, варпил сталкеров не будет никуда врываться. Минка 6 мариков летит дроп. Не знаю, что сделает сейчас эта минка марики. Возможно, что-то сделает она. Третий некс пошел, дропается минка. Ну, Стрэндж Изи ее выбивает. Здесь Мазеркор есть, все нормально, короче. Надо медивак сбивать сейчас Стрэндж просто и все. Что он и делает? Еще под оверчаж залез Инзейн. Вообще разгром здесь полный идет. Отдал в хлам дроп, отдал в хлам все просто. Стимпак еще даже и не заказан, только бараки добавляются. Ну а сейчас агрессивнее действует. Третий некс раскачивает. Ситуация великолепнейшая сейчас у Стрэнджа. Я даже не знаю, как здесь игру эту можно отдать и можно ли вообще. Буст один с твайла, это надо снять, либо грейднем какой-нибудь делать следующий. Потому что пока что Стрэндж ни грейда не делает, твайлайт не работает. Так, еще и Mortal Strange. У Роба Бэй пошел. Надо сейчас бы Стрэнджу центри парочку ворпануть хотя бы. Пусть синергию подкопит хоть немножко. Третий Никс начинает раскачивать. По три пробки строй, все в порядке. Плюс адептики еще. Глефы. Колосс. Рейндж пока не заказан. 4 гейта добавляются. 7 сейчас будет гейтов уже. 8-го не вижу в продакшне. Тиран копится помаленьку. Это двухбазовый выход, я так полагаю, будет от Инзейна. Так, ну, колосик готов, варп густится тоже. Ой, этот густится рейндж колоссом. Глеф и не бустится пока. Инзейн делает выход. Выход-то стрёмный на самом деле Инзейн делает. То есть Стрэндж может здесь и затерпеть. Стрэндж не видит, где оппонент, тем более уходит. Вот он сейчас только видит, что Инзейн рядом гуляет. Танчик сиджится, но не успел даже стрельнуть сюда. Только атак попёрла, можно медивак бить. Колосс вперед выдвигается, глефы готовы, это самое важное, что глефы сейчас готовы. Стрэндж прям вперед поломился и дальше пойдет, что ли, да, и дальше. Стрэндж даже
не от обороны здесь, а просто от агрессии разбирает сейчас Тирана. Это, конечно же, победа для Стрэнджа. Счет станет 2-3. Ну что там, две базы у Стрэнджа, 3 колоссом раньше. Сейчас будет через несколько секунд готов. Гоблин со стороны Стрэнджа в другую сторону. Надо вывести Иммортлов. Повезло, что они врубили свой этот скилл. Так, второй один в лес куда-то там дальше. Так, танчик будет сфокусить. Иммортлы минус. Колосс сейчас минус будет. Либератора надо забрать. Забирает Либератора. Стрэндж отступает. Надо, ну, поспешил немножечко. Стрэндж, не надо спешить понтоваться. Там сейчас я типа разберу прямо на муви сбрею. Нужно было отойти призму, подождать просто и все. Ну все, у Стрэнджа все лучше намного, как вы видите. Вторую фажу он уже там добавляет. Так, Иммортал делается. Здесь продолжается выход. Видите, боевого лимита у Тирана больше, что самое интересное, и грейды получит. То есть теоретически можно как-то ошибиться и слиться здесь Стрэндж, но я думаю, что не должен так ошибаться. Идет вперед сейчас оппонент Стрэнджа. Ну, Стрэндж мясо все разбирает. Контроль хороший. Колосса отвел грамотно, пытался Тиран. Колосса покусил ГГ, пишет Инзейн. Стрэндж побеждает. Сейчас следующая игра будет у нас, получается. Не знаю, кто там выйдет от команды. Red Bloods, но... Видно, что Стрэндж сильнее оппонент своих. Так, Канины, Habitation Station у нас карта. Так, ну ждем продолжения. Всех приветствую, ребят. Благодарю за внимание. Ну и помните про поддержку моего канала, на самом деле. Вот. Поддерживайте по реквизитам в описании через плеер. Ждем следующих игр.
Ну что? Стрэндж выиграл уже двух человек, ребятки, и повела команда его 3-2. Осталось добить одного товарища. Это Канин. Ну, Канин чертов чизер, и он чизит сейчас в очередной раз. Стрэндж это прекрасно видит разведкой своей. Нужно просто сейчас быть готовым. Я бы на весь Стрэнджа, может быть, даже робу поставил. Вот. Кресле мне удобно сидеть. Его уже купили просто немерено людей. Спрашивал у меня, как оно. Так. Грубо пошло, здесь два гейта есть. Нужно ли, может быть, блинк лучше было бы сделать Стрэнджу, не знаю. Так, здесь танки будут, что ли? Танки-марики. Ну да, танки-марики. Проверяет Стрэндж, сейчас найдет все, смотрите. Опа, марики стоят, видит Стрэндж, все прекрасно. Еще и пробку увел, что самое прикольное. Канин тут вообще ничего не видит. Еще один гейт пошел, робо достраивается. Может, сталкером еще вперед выйти, подконтролить немножечко. Я не знаю, чего Стрэндж боится. Депушку прямо здесь строят, чтобы рабочих на мэне не отвлекать лишний раз. Ну, правильно, там добычу ведут рабочие. Пошел Иммортал, в гейтах строятся сталкерки. Танчик вперед идет, плюс несколько мариков. Стрэндж это видит прекрасно. Надо танк ловить, не отпускать отсюда просто. Ну, пришлось отпустить. Так, Мазеркор убьет сейчас оппонент Стрэнджа или нет, мне интересно. Не убьет, ушел Мазеркор. Все нормально. И Мортл через 10 секунд будет готов. Нужно аккуратнее все Стрэнджу быть. Здесь поля нужно подзарегенить немножечко юнитом своим. Вот. Либератор строится. Не знаю, что он сможет сделать. Сможет ли что-нибудь вообще он сделать. Ну, сейчас у Стрэнджа хороший шанс отбиться, сейчас Иммортал есть, как бы, и все в порядке. Так, танчики все ближе и ближе подходят. Минус Марик. Идет Стрэндж вниз, Иммортал просто вниз посылает, да. Танк раз выбит, таймварп попер. А, второй танк выбить просто. Что Стрэндж, собственно говоря, и сделал. Иммортал отводит на таймварпе, тут Марики просто сливаются в мясо. 37-42 по лимиту. Либератор на мейн может сейчас прилететь. Еще один Иммортал добавляется. Нужно призму заказать Стрэнджу, добить уже оппонента своего, скорее всего. Либератора Стрэндж прикольно видит. Прекрасно видит. Прикольно видит. Ой, я гаражу. Так, сталкеры заходят. Что там у нас Иммортал будет? Либератор, точнее, будет раскладывать. Да, раскладывается Либератор. Обходит Стрэндж танк с другой стороны. Танчик, фокус и Стрэнджик. Фокусит танчик, выходит из рейнджа Либерка, но успел он стрельнуть по еще одному сталкеру. Ну все, тут надо факту убивать, конечно, Стрэндж это и делает. Сейчас призма подлетит сюда. Стрэндж, отведи юнит немножечко подальше. Отводит Стрэндж юнит немножечко подальше. Танчиков больше не будет, это 4-2 в пользу Псиштон Гейминг и в пользу Стрэнджа получается. Так, Иммортала можно до конца контролить, на самом деле. Старпорт уже пытается уйти, он никуда не денется. ДПшечку Стрэндж сейчас выбьет. Иммортала, а сталкерами Старпорт. Короче, здесь попытается на рампе задепиться Канин. Нет, Стрэнджу надо пилить. Ну, все, это уже догорит хрень. Стрэндж пошел вперед. Призма где? Призма чуть дома летает. Так, здесь Либератор прилетел. Но Стрэндж успевает отвести пробки все. Че там призма-то? Где она вообще? Вот она, призма. Адептики варпится.
Надо в тыл, конечно, адептов завозить, если Стрэндж хочет биться, как его здесь. Можно зайти, Либератора зафокусить адептами, залететь, при туретку эту выбить, я не знаю. Да, хуй, Стрэндж минус Либератор моментально. Бункер тоже минус. Не успеет даже продать канин этот бункер сейчас. Эпошки падают на рампе. На призму подвести сюда к остальным юнитам и убить просто. Товар, еще адепт придет. Ну, теперь просто контроль элементарный остается на призму вместо блинка. Призму, кстати, выбивает сейчас оппонент Стрэнджа, но это не поможет ему уже никак. Гегель, молодец, Стрэндж. Свою команду не подвел. Ну что, ребят, на сегодня... Так, сделаю стоп-старт сейчас, вернусь, подождите. Без задержки.